Здравствуйте. Тема сегодняшнего занятия – глюкозиметрия. Для чего используется эта процедура? Для того, чтобы определить уровень сахара крови. Делается эта процедура утром натощак. Что для этого нам нужно? Во-первых, сам глюкозиметр, потом ланцет, тест-полоски, ватные шарики, спирт и лоток. Сперва мы объясняем пациенту, для чего эта процедура делается. Потом получаем одобрение от пациента и начинаем процесс. Для проверки уровня сахара крови необходимо предварительно продезинфицировать руки. Потом в глюкозиметр до щелчка вставляется тест-полоска. При этом аппарат должен включиться. Далее ланцетом производится прокол до появления капли крови, к которой прикладывается тест-полоска. Первую каплю пропускаем, так как она содержит много межклеточной жидкости. Капайте каплю, они размазываются по полоске. Благодаря чипу, который настроен каждую тестовую полоску, в аппарат поступает информация, необходимая для анализа. И через 10-50 секунд на экран появляется уровень сахара крови. И на этом мы заканчиваем нашу процедуру.